Мой завтрак. Овсянка 25 грамм. Такая она жиденькая получилась. Захотелось мне сегодня хлебцы с мягким сыром. Значит, овсянка 25 грамм, 80 калорий. Хлебцы по 13, это 40. И 50 мягкий сыр. Вот и считайте, где-то 170-175 калорий получается мой завтрак. Это мой обед. Суп 300 грамм, яйцо, кусочек хлеба и небольшой кусочек мяса. Весь мой обед это занимает 430 калорий, с учетом того, что я пила кофе с молоком и ела еще запеченные яблоки, как бы перекус был. Но это был первый перекус, еще будет второй немножко попозже. Тоже съем 2-3 яблока, попью чаю, вот. Покажу еще ужин. Настало время ужина. Приготовила себе, поджарила на 5 граммах овощная смесь, 100 грамм шампиньонов и 90 грамм филе куриного. Получилось 220 калорий и где-то 120 и 50, 170 калорий получилось 5% творог 100 грамм и 12 грамм меда. В общем, полностью мой ужин получается 380 калорий. За целый день, там был еще перекус у меня, яблоки я ела, у меня получилось 1140 калорий, 1150. Но я еще хочу попить чаю с одной ложечкой варенья с розы. Как раз получится 1200 калорий. В конце вам покажу свой вес за 2 недели, сколько я сбросила. Получилось минус 3 килограмма. Это нормально. Я никуда не спешу. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. До свидания.